огромный привет! Очень рад быть снова с вами. И сегодня хочу поделиться своим новым заказом из компании Pharmacy. Думаю, всем знакомая ее фирма, изготовитель Турция. Кому интересно такое видео, приятного вам просмотра. И буду очень рад, если вы со мной останетесь до конца. Делал я заказ из каталога номер 3. Это у нас идет за март месяц. Думаю, всем знакомый каталог. Ну, а кто уже видел, ну, а кто приобрел уже по этому каталогу. И даже, наверное, получили заказ, как и я. Так что давайте приступаем. Что же все-таки у меня приобрели именно с этого каталога? Конечно, заказ не очень такой прям огромнейший, маленький заказ, но больше приобреталось все по акциям. Если вы помните, я вам показывал в обзоре с этого каталога, что там хорошая была акция на парфюмные спреи для тела. Там идут и мужские, и женские ароматы. И если вы приобретаете любых два, то они будут стоить всего лишь за 188 гривен. Если брать по отдельности, то каждый будет стоить 140 гривен. То, конечно же, по хорошей бы выгоде, конечно же, приобретать два за 188. Почему бы и нет? Потому что сами по себе спреи действительно очень классные, и очень редко на них бывают акции. Когда есть акции, у меня всегда их стараются брать, потому что все остаются просто вау. И за это давайте покажу сразу, что это идут у нас за спреи. И приобрели вот таких вот два одинаковых спрея. Это у нас идет Angel in Beauty. Здесь идет у нас 115 миллилитров. Очень вкусный, приятный аромат. Здесь идет такой вот прям цветочно-сладковатый, свежий аромат. И распределяется, нету никакого спирта. Сразу именно такой вот прям парфюмированный какой-то вот аромат. И действительно, вот именно он подходит и повседневным вариантом. Да? Можно и на день, и на вечер. И, конечно же, это более на теплую погоду. Ну, конечно же, есть и любители, которые и любят использовать и на холодную погоду. Это, конечно же, каждому свое, кто как любит. Вот, ароматы очень идут стойкие. Хотя это просто обычный парфюмированный спрей для тела, да, кто бы мог бы подумать. Но действительно держится, как и обычные настоящие парфюмные воды, целый день. И на одежде, конечно же, будет держаться очень долго, пока вы не постираете одежду. Так что эффект по поводу этих спреев действительно очень классный. И какие сюда у нас входят нотки, именно в этот аромат. Здесь идет у нас и роза, ваниль и флер д'оранж. Вот такие вот нотки именно в этом аромате. Ну, действительно, очень-очень супер. Я же говорю, берут, я же говорю, по такой акции сразу решили взять. Также еще один аромат мне приобрели именно женский. Это у нас идет также серия Angel in Innocence. Вот такой вот. Здесь также 115 миллилитров. И здесь у нас уже нотки идут. Это бергамот, жасмин и лилия. Это более такой вот именно цветочно-пудровый аромат. Кто любит такие вот ароматы, можно, конечно же, приобретать. Так как я не люблю пудровые ароматы, ну что хочу сказать по поводу этого аромата. Он не навязчивый аромат. Он, от этого аромата не задыхаешься. Он именно такой вот именно, когда вот распределяется, он очень такой вот становится такой вот прям какой-то вот нежный, шлейфовый, какой-то вот такой вот вкусный, приятный, пудровый аромат. Как ни странно, что вот именно такие вот ароматы я могу еще как-то вот, что вот именно от этого мне аромат понравился. Вот, и этот аромат я как вот, как я так вот чувствую по поводу аромата, конечно же, я, допустим, такой бы аромат бы использовал бы это на вечер. Более, конечно же, на вечерний вариант, потому что вот именно когда вот я нюхаю, ассоциация именно такой вот прохладного вечера, такого вот именно сразу вот этот аромат будет вот именно действительно открываться очень нежно, приятно и ненавязчиво. Так что очень, конечно же, аромат сам по себе тоже очень-очень приятный. И также, конечно же, стойкий. Так что такие вот ароматчики, ароматы, которые действительно, ну, очень круто. Почему бы не приобрести 115 миллилитров, да, еще по хорошим бы ценам. И последний аромат, который я покажу, это у нас идет мужской уже аромат. Это у нас идет Angel of Darkening.
Вот такой вот аромат, 115 миллилитров именно вот здесь тоже идет. Также стойкий аромат, когда распределяешь, никакого спирта не ощущается. И здесь у нас идет нотки бергамот, кардамон и амбра. Он идет такой вот действительно такой вот мужской и такой вот пряно-древесный аромат. И как бы для себя я, конечно же, его бы не приобретал, потому что я люблю более сладковато-пряные ароматы. Здесь сладости никакой нет. Здесь именно действительно такой вот прям, кто любит такой вот аромат свежести, древесности, именно вот такой вот пряности, да, вот такого вот формата, без сладости, то, конечно же, этот аромат будет идти самый-самый раз. Этот аромат более такой вот именно ассоциация с таких прям брутальных мужчин. Вот, наверное, я еще пока не подхожу к брутальным мужчинам. Вот за это как-то вот мне этот аромат не подходит. Вот, так что очень, конечно же, хороший и приятный аромат, но, к сожалению, это не мой формат аромата, но я знаю, что очень многие любят именно без всяких сладостей ароматы, так что можно спокойно тоже приобретать. Я помню, раньше приобретал своему брату этот аромат, он просто был в восторге, он не ожидал, что от обычного спрея для тела будет такой вот шикарный аромат и держаться целый день. А на одежде вообще долго держится, так что вообще просто бомба. Также, что очень хорошо, можно спокойно носить с собой, и много места не занимает, и также не утяжеляет вам и сумку, или рюкзак, так что кто в чем ходит. Так что вот так. Так что действительно очень-очень такой вот приятные ароматы и действительно вот стойкие ароматы. Это, конечно же, очень круто. Следующая у нас акция была, это на серию Доктор Ту, на серия для волос. Это, конечно же, если вы с определенных страниц, там, короче, с двух страничек, это из серии черного тмина. Если вы оттуда берете любые два продукта, то вы можете приобрести шампунь всего лишь за 8 гривен из серии чеснока, именно шампунь 225 миллилитров. Очень хорошая была акция. И за это у меня решили, конечно же, приобрести, и почему бы за 8 гривен, да, не получить такой вот шикарный шампунь, потому что серия вот именно Доктор Туна действительно очень шикарный, очень классный. Я сколько для себя приобретал, был в восторге. У меня сколько приобретали, тоже были в восторге. И помню, раньше еще, когда фармасия, не когда вот, когда вот сейчас появился, да, еще раньше, до того времени, они были совсем другие каталоги, да, были такие, как в Юнайс мультибренде, такие были каталоги. О, там было, конечно же, очень много разновидностей именно вот этой серии. Там были и с яйцом было, вот еще с чем-то там было. Очень много, конечно же, ассортимент был. И я все перепробовал, все мне, конечно же, очень-очень нравились. Ну, в этом каталоге у нас такого вот ассортимента уже нету. Здесь идет у нас только и с чесноком, и с черным тмином. И давайте я покажу, что я уже трещу-то трещу. Хотели у меня, конечно же, приобрести шампунь с черным тмином и 225 миллилитров за 79 гривен, да, но, к сожалению, на складе его уже не было. И за это я всегда всем говорю, если вы хотите приобретать по акциям, то желательно, конечно же, приобретать это все сразу, только когда начинается каталог. Потому что если подождать 4, 5, 6 дней, то уже по этим акциям можно и не дождаться и не попасть на эти продукты, потому что если хорошая акция, очень быстро разбирают. И за это вместо шампуня решили у меня все-таки приобрести твердое натуральное мыло из серии черного тмина. Здесь идет у нас 100 грамм. Это же мыло у нас идет как для волос, так для и умывания. Подходит для всех типов кожи. Очень приятный, вкусный аромат, такой какой-то вот парфюмированный аромат. И более как-то вот мне он, этот аромат, какая-то вот такая ассоциация, как идет как унисекс. И если действительно был бы такой вот у нас бы аромат, я бы таким бы ароматом бы 100% бы пользовался. Ну, очень вкусно пахнет. Ой, просто восторг. Вот люблю я такие вот сладковато-пряные ароматы, и я просто, я бы его бы нюхал, нюхал, нюхал. Почему показываю сблизко? Потому что, если видно, да, он идет у нас с черными
частичками. Это мыло. Так что тоже, если есть хорошие какие-то акции, цены на твердые мыло, то у меня их тоже постоянно приобретает. Очень нравятся именно турецкие твердые мыло. Так что тоже очень хорошо. И также приобрели еще второй продукт. Это, конечно же, идет у нас маска для волос с черным тмином. Здесь идет у нас 500 миллилитров. Также она у нас запечатанная фольгу, так что тоже можно спокойно дарить на подарки. Эта серия у нас идет для питания волос, так что он идет у нас для сухих, поврежденных волос. И очень, кстати, эта серия подходит на зиму, потому что многие, кто не использует головные уборы, да, просто капюшоны или просто без капюшонов, просто одни наушники, да. Вот, и, конечно же, зимой волосы также очень хорошо страдают. Из-за этого потом тоже начинается и пересушивание, перемерзание, и опять они неживые и так дальше. Благодаря вот этим продуктам действительно волосы гладкие, шелковистые, имеют натуральный блеск на волосах. И что еще хорошо, что они после вот этой серии волосы не магнитятся. Так что это, конечно же, очень-очень круто. Так что почему бы не приобрести именно вот такую вот еще плюс маску 500 миллилитров. Так что хватает ее, но очень-очень долго. Она экономная. И, конечно же, если мы приобретаем что-нибудь с этой серии, то мы можем приобрести за 8 гривен. Это у нас идет шампунь с чесноком 225 миллилитров. Она запечатанная, вот видно, что в слюду. Это у нас идет для поврежденных и тонких волос. Именно вот эта серия. Также очень хорошая. И так как у меня тонкие волосы, я просто в восторге, потому что они не утяжеляют, придают объем и шелковистость, и блеск натуральный на волосах, и быстро волосы также не пачкаются. Также по поводу того, что чеснок, да, многим тоже всегда вот говорю, приобретите, попробуйте. Все почему-то боятся, что он будет пахнуть чесноком. Хотя предупреждаю, что чесноком он пахнуть не будет. Очень вкусный, приятный здесь аромат. Вот, и уже, я не знаю, пока не всунешь пробник, пока они не понюхают, не почувствуют, что действительно не пахнет чесноком, никто ничего брать не будет. Вот такое вот бывает. Вот, и, конечно же, как говорится, что и хорошо, когда доверяют, и хорошо, что не доверяют. А с одной стороны, и плохо, что бывает и доверяют, и бывает плохо, что не доверяют. Как говорится, да, доверяю, но проверяю. Здесь бывает по-разному. Но бывает просто действительно обидно то, что вот действительно говоришь, что нет, аромат будет совсем не такой, как вы думаете. Ну, и все мы разные люди, и, конечно же, пока мы сами не проверим, вот, не успокоимся. Вот, так что такой вот шампунь идет у нас за 8 гривен. Очень, конечно же, хорошее предложение. Почему бы и нет? И последнее, что хочу я вам, конечно же, показать, это у меня приобрели такой вот именно уже с декоративной серии. Если вы помните, у нас оно, конечно же, было, но было мало видов. Это идут у нас литерные подводки для глаз. И если вы видели, что в этом каталоге у нас появилась новинка, стало больше разных и цветов. И так как есть у нас глиттерные обычные просто подводки цветные, и есть у нас и глиттерные подводки именно металлик. Из-за этого у меня решили приобрести литерную подводку металлик с цветом бирюза. Вот, сама вот такая вот литерная подводочка, вот такая вот упаковка здесь. И сам вот такой вот бирюзовый, красивый, такой вот прям цвет. Действительно, очень красивый. Я не знаю, передает камера так прям цвет этот, но очень-очень бомбезный, красивый такой вот прям цвет. И сейчас мне можно открыть, я сейчас открою и покажу вам, какая здесь идет у нас кисточка и также какая она у нас при нанесении. Сейчас попробую открыть. Откручу. Так, здесь идет у нас такая вот, ой, господи, ладно, где-то в камеру не могу попасть. Вот такая у нас идет тоненькая кисточка. И такой вот красивый бирюзовый цвет. И сейчас я нанесу на руку и посмотрим цвет.
Кстати, очень такой вот прям красивый. Именно он действительно идет какой-то глиттерный и металлик. Очень красивый. И то, что хочу сказать, что когда мы ее наносим, нету никаких плешивин. Очень хорошо, равномерно распределяется. Сейчас, конечно же, я закрою и покажу поближе. Так. И сам вот такой вот красивый бирюзовый цвет. Если вот видно, да, что не, он очень хорошо наносится. Вот. Плеши никакой вот нету. Очень, конечно же, хорошо. Также, я не знаю, будет камера так передавать. Вроде освещение у меня, я не знаю, плохое, неплохое. Вроде так вот нормальное. Но я вот не вижу, что вот переливается. Потому что вот если смотрю я вот здесь, вживую так, очень красиво вот действительно переливается. Именно вот таким вот именно металликом. Очень красиво. И также, что хочу сказать, что он сохнет. И, ну, надо, конечно же, немножко подождать, потому что я ж так нанес, потому что ж подводку наносит совсем же ж не так, как я нанес. Немножко вот подождать, и просто, когда мы будем просто рукой, вот, допустим, я вот беру, и вот рукой я это все глажу. Вот. Он у нас остается на месте и на руках просто вот на пальце чуть-чуточку вот. Я же говорю, просто он еще не до конца высох. Я просто ему не дал до конца высохнуть. Вот здесь уже на пальце он более виден, что он такой вот идет металлик. И, конечно же, он очень легко смывается. Просто обычной водой можно спокойно это все смыть. Он идет у нас нестойкий. Но если нету дождя, вот, так что можно спокойно носить целый день. Он не скатывается и продержится вам на целый день. Так что, не, ну действительно очень такие вот и прикольные. И у меня раньше когда-то очень часто приобреталось. И были, конечно же, дешевле намного, чем сейчас. Потому что сейчас он стоит 110 гривен. Конечно же, немножко как-то дороговато. А раньше он стоил, если не ошибаюсь, было по 40 гривен или по 45 гривен. Цены когда-то были намного лучше. Вот. Ну, вот именно понравился этот цвет и решили все-таки его приобрести. Так что все, мои хорошие. Вот такой был у меня заказ из компании Фармаси по третьему каталогу. Надеюсь, вам было интересно, что-то полезное. И как всегда, до новых встреч. Целую, люблю. Ваш Игорь. Пока-пока.